и гниль, ёбка за вас. Ключи дайте мне. Ценники должны быть на месте. Вы думаете, я не знаю законы? У меня три высших образования, диссертации запечатаны. Володенька, что у нас в Дикси? Хотелось бутербродик сделать. Какой-то невкусный. Я хотел себе купить хлеб для бутербродов, а он оказался уже бутерброд, уже хлеб с чем-то. Вот здесь бутерброд, правда, колбаса, но это, мне кажется, не колбаса. Или какая-то нано-колбаса, возможно, такая сине-зеленая. Ну, не знаю. Здесь уже готовые бутерброды в Дикси продаются. И тут еще о санитарных правилах что-то сказано. Санитарные правила. Это у нас улица Волоская, Воловая, 21. А Нищенко, да, он же главный санитарный врач когда-то был. Мне кажется, он так же выглядит внутри. Понятно. Ну, продолжаем, короче. Ну, попали бы опять на полки. Думается. Спасибо. Нет. Помоги мне, Володенька. Пакетик есть? Это я всегда готов помочь коллеге по магазинам. Кто ходит в Дикси, я всегда помогаю. Поддерживать здоровый образ жизни и наших своих соседей. Где на один отдел? Тогда езжайте туда, откуда вы родом. Я отсюда родом. Да, вот я езжайте родом туда. Отсюда. Именно из помойки. По-моему, помойки, если вас пакет. Если устраивает. Москва это помойка, то, наверное, да. Отчасти, да. Ну вот, мне же видно, что это помойка. 4 рубля. Ваши поводы несостоятельны, потому что куда мне? Вы штрафуете правонарушение, а также уголовное кодекс. Не зависит. Высокого класса ваш магазин или низкого, просроченный товар считаете, продаваться не должен. Дайте мне ключи. И гниль, ёбка за вас. Ключи дайте ценники мне. Ценники должны быть на месте. Вы аргумент, что у вас мало сотрудников, которые не справляются. Вы думаете, я не знаю законы? У меня три высших образования, диссертации запечатаны. Не надо со мной спорить. У меня отчасти тоже образование юридическое. А что же вы себя не продадите более достойно? Мужчина. Я не мужчина, я не целованный юноша. Лучше как минимум гражданин или сударь. И вы знаете, о чем я говорю? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. А вы матом просто пошлете и все. Че вы? Карл, оплатите сначала покупку, мужчина. А то сударь или гражданин. Ну, еще не уходим, не оплачиваем. Я оплачиваю. Товар это у вас не приходит, чек пока. Всего хорошего. Пришло? Пришло, чек возьмите. Поработайте с аппаратурой. Дайте пакет. Говорят о высоких вещах, хотя бы думали, о чем говорят. Да, возмущается, он следующий. А как же вы хлеб берете, не заклеите? Понятия не имею. Это его упущение, это его. На ощупь. Почему вы берете? Вдруг он тоже просрочен? Производитель. А вы тут героином бы торговали, нормально, что производитель?
При чем тут вы? Вы сейчас берете его, зачем? Мы виноваты, да? Ну мы виноваты. Да. Слушайте, ребят, а давайте мы этим замечательным людям просто так будем деньги давать, просто даже ничего не забирать. Вот просто так. Юрий, он говорит, что не применял физическую силу, кстати. Да? А жалобы. Как же так? Тут было имело. Про что? Если тут было один раз, два молодых человека сели вот сюда. Я попросил одного здесь, один сел. Короче, это говорит, не слез. Ну и что? А где написано тут сидеть? А где написано? А где написано, что нельзя? Не, ну это нормально все, да. Вот сюда сесть, да? Я сяду. И зачем? Проверить нас, кому можно, а кому нельзя. Я тут написал, сидеть нельзя. Ну, давайте. Вот для вас такой табличка. Почему на кассу сесть нельзя? Почему нельзя? Можно? Можно, да? Туда зайти, да? И туда можно. А почему нет? Нельзя. Это частная собственность, вообще не пускать никого сюда. Да? Частная собственность. А что, не так? Это не государственный магазин. А вы частный охранник? Я частный охранник в частном магазине. Частный охранник. А удостоверение есть с собой? Я вам не обязан его показывать. Правда? Да. Повернись, иди за это. Или тем, кто нас ненавидит. Чего, Володин, ты как? Я вас не видела до этого. Я больше не увижу. Мне вас ненавидеть, мужчина, нет. Вы меня в одном случае только можете не увидеть. В одном. Подсказать всем, почему? Я возьму за ваши журналы и газеты. Да посмотрим, как у вас там все происходит. Я надеюсь, что вы подпишетесь на наш канал, поставите лайки и нажмете колокольчик. Да не все равно, я же вижу ненависть в ваших глазах. Ваши фибры источают ненависть. Хотели еще обмануть. Это что? Чек. Чек в таком формате, чек? Да. Мне кажется, это издевательство человеческое. Да? Курить проще. А можете скурить его. Угу. А вы не пробовали? Пробовал. Курили? Этот? Зачем? Мне этот нужен. Ханить вас. Жалко, не отучили. Да, вас просрочку поторговать не отучили. Отучим, ничего страшного. Молодым так разговаривать можно. Да. А вы слишком взрослый, чтобы продавать просрочку. Пора прекратить, мне кажется. Не кажется вам? Не смешите меня. А, смешно. Вы вправе отказать вам возврате, вы знаете? Почему? Раз вы знаете законы, вы должны это знать. Ну, откажите. Ну, а вы почитаете законы. Ну, я не хочу читать, откажите. Я не должна вам конституцию предъявлять. Ошибаетесь. Я? Нет. Ну, откажите мне возврате. Ну, все равно. Отказать вам возврате? Да. Делайте все, что вам позволит закон. Вообще все. Нет. У меня 4 класса образования. А что такое? Да мелочь. Нет, если бы хотя бы с высшим МВД. Закончили. То есть у кого нет высшего образования, можно просрочку торговать, да? Кормить говном, правильно? Да? Как вы разговариваете, имея на руках хотя бы? Чего? Имея на руках? Ну вот 4 класса образования, говорит, мало, чтобы нормальные продукты продавать. Нужно выше, только высшим образованием. А 4 на четверых в магазине или каждого? Я не понял. 120, да, вот вы правильно сказали, вы не поняли, что уже пишут. Да. Куда уж мы? Повернитесь туда, что ж все время стоишь. Себя не вели. Да. А почему вы до сих пор не признаете за собой вину? Ведь чистосердечное раскаяние может принести вам некоторые послабления в наказании. А вы уже как бы ужесточаете это отношение к себе. И только наши добрые сердца позволяют вам спокойно сегодня завершить свой рабочий день. А ведь вы должны догадаться, как он может быть завершен. Хотя, может быть, нет? Та полиция была здесь? А, так они просто не знают. Да. Мне надо как-нибудь преподать урок все-таки с официальным привлечением, в том числе наших страж галактики. Вы еще раз точно пробили? Конечно. Мы уже не хотели. А вы там про высокие материи рассуждали, у вас просрочка еще на полках висела, хотя вам о ней сказали. Вы еще раз пробивали донаты. Она обязана была пробить. Дело в том, что она продавец, если вы не знаете. У вас же 3 высших образования.
Если бы она не пробила, это было бы еще правонарушение еще одно. О чем вы говорите мне? Да. Не, ну, ну просто... Я же... Какой товар я могу снять и забрать, понятно? Следить. Правда, что ли? Да. Пойду-ка я возьму вас один товар. Возьмите, прогуляйтесь еще по магазину. Пойти. Это вы мне денежку возвращаете, да? Конечно, даже без сдачи вам отдайте. Спасибо, а чек мне мой отдайте, пожалуйста. Чек мне мой без сдачи отдайте, пожалуйста. И чек возврат. Ваша, вот это твой чек. Где? Вот там. Не знаю. А чек мой, девушка, можете отдать? Сейчас. Ну, все правильно, мой чек. Возвернули? Да, возвернули. Все, покидаем назад. А извинения мне не принесли, кстати. Это коммерческую организацию? Нет, Армину принесла извинения. А мне? Мне никто ничего не приносил. Скажу вам спасибо. А извинения вы не хотите мне принести? А вы мне? Вы я не нет, хотите? Я не я хочу. Тоже не хочу. Не хотите, вам да? Лично нет. А будете? Вот, не будете. Научите, как разговаривать человека. Ну, вы не будете извинений приносить, и не да? тыкать мне чеком в лицо. Нет, я не буду приносить извинения. Хорошо. Ну, ладно, до свидания. Походу, последний день у вас, администратор. Конфликтнуло. Ну ладно, поехали. Всего доброго, больше физическую силу не применяйте. Да я не применял. Ну, все так говорят. Посмотрите по видеокамере, там все видно. Давайте. Давайте, есть? Давайте посмотрим. Ну, это не я, это должен директор прийти. Там у него серверная стоит. Ну, как, ну как, когда? Полицейские да. тоже так говорят. У нас камеры, все пишут, в управлении запрашивайте. Все записано, никто ну, вот. Не трогал. А удостоверение вы обязаны показывать, запомните. Если, и форму с отличительным шевротиком, чтобы было принадлежно к такому чопу и личная карточка. Каждое это нарушение образует административку. Одна административка, или вы лицензию больше не получите. Ну, кстати, да. Вот. Не, на самом деле. Я чуть сомневаюсь, что он чопает. Мне кажется, вы контролер. Ну, по официальной я имею в виду. Так просто пришел писать в магазине. Хотите, так помогаю магазину. Ну вот я так устроен. Ну, как камер. Даже у камика форма есть. Форма есть не только у полка. Я вот тоже не знаю. Вот у меня полицейская форма. Есть. Категория. А у вас полицейская форма? А вот я люблю нарушать. А, все, мы поедем. Да. Все. Всего доброго. Мы, собственно, вышли из этого магазина. На продавщицу, вернее, на управляющего или кто это там. Будет написана жалоба, потому что по условиям компании Dixie она обязана принести извинения была. Вот. Однако, что она делала вместо извинений? Это вот, похоже, за ней приехали, можно перевести. Вот, смотри, какая. Это уже за ней. Да. Так что же она делала? Она нас неуважительно относилась, по-хамски, грубила, обзывала какими-то словами, ну, примерно как поберушки там и прочее, вам делать нечего там. Чтобы больше нас никогда, чтобы не увидеть, мечтает. Я говорю, единственное, почему вы больше можете нас не увидеть, если вы... И она... не захотела дальше слушать, я говорю, давайте скажу почему. Но я хотел сказать, если вы перестанете продавать просроченные продукты питания людям, и тогда вы нас не увидите. Но она продолжала там вести себя отвратительно, меня недоволен. А все почему? Потому что полиция к ней еще пока не вызывалась. Наверное, надо будет этот случай как-нибудь повторить в плане того, что обнаружить. А обнаружить там несложно просроченное питание, потому что относится к своим должностным обязанностям, они отвратительно, и вызвать уже полицию, и тогда по всей строгости. Все, все, выключайте. Правильно, Володенька, правильно. Потому что один раз тут уже была просрочка найдена, это уже повторное нарушение. Осторожней, повторное. Столб. Тихо, тихо, тихо. Юра прям как БДВ кинулся спасать утопающего. Какие тут тротуар. Тротуарчик, вы стоите на тротуаре. Уезжайте отсюда скорее. Спасибо. Хулиганит, да? Да? Хулиганит? Хулиганит, да, на тротуар встали, видите? Ты что, не хочешь уезжать? Не уезжает. Уезжает, все. Тебе хулиганы покоя не дают? Да, хулиганы покоя не дают. Да? А поддерживаете? Обязательно. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо. Что-то я такой на полгостей. А, ты нас снял? Конечно. Ну вот, видите, главное, чтобы люди нас поддерживали. А вы обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик,
Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм. По вашим просьбам я завел инстаграм и даже его немножко наполнил. Обязательно на него подпишитесь. Ссылки будут в описании, как всегда. И на Володю тоже подписывайтесь. И вот на этих замечательных людей. А они не видят инстаграм. Во все услышали про уклонение. Вот. Все. Боритесь за свои права, не позволяйте... Защищайте чужие. Да, защищайте чужие, не позволяйте себя болванить, не позволяйте, чтобы к вам относились как к скоту и заставляли вас жрать просрочку. И жить будем как в лучших домах Европы. Вот правильно сказал.